показатель нашей работы для всех. Подчеркиваю, от глава, прокурор, госстройнадзор, архитектор, неважно. Результат ноль самоволки. Все. Поэтому, коллеги, даю поручение заместителям своим, всем, 8 человек, и начальникам территориальных управлений в срок до 7 февраля представить Попову Дмитрию Ивановичу объекты самовольного строительства, находящиеся на вашей территории. Что нам необходимо сделать? У нас есть с вами сферы строительства, торговля, промышленность, производство, общественные территории. И должно быть либо идеально, как это положено, все отремонтировано, покрашено и блестеть, либо штраф.